Никит, к сожалению, первая шайба была забита, когда вы были на площадке. Не расскажете об этом эпизоде, что произошло, что почему вся четверка полетела вперед? Ну, играли в меньшинстве, решили забить гол, наверное. Подумали, что есть возможность забить гол, побежали всем звеном. Не увидели даже вообще, что сзади остался игрок один. Как бы все вместе как бы бежали в атаку, и получилось поэтому такой момент как бы непонятный. Хотя нас просили сыграть построже, как бы. Не знаю. Может быть, это мотивировано тем, что просто чехи как-то давали вальяжно действовать в своей зоне, чувствуя, что они как бы подсаживаются, да? Ну, чех говорительная команда, это было ясно, ну, как бы и понятно, что они начнут подсаживаться как бы, в втором периоде, в третьем. Как. Но у нас такого не было, просто я не знаю, почему так произошло. Детские ошибки, на самом деле, не более того. Какой вообще тренер вам дал установку на этот матч? Потому что чехи, ну, как бы считаются аутсайдером этой группы, как бы настраивались на них по-своему. Какая вообще была тренерская установка? Что говорил Владимир Владимирович? У нас была установка перебегать, потому что нам надо быстрее быть, потому что, опять же, они все знают, что они подсели, то есть передняя команда габаритная вообще. Вот. И мы как бы быстрее, поэтому нам сказали, типа, ну, действовать побольше, включая скорость, как бы. Они подсядут сами, понятно. Вообще чехи показали на этом турнире такой команды, которая пропускает одну шайбу, то она сразу пропускает еще, грубо говоря, с десяток. Почему не удалось продолжить забивать после первой шайбы? Почему была такая длинная пауза? Потому что, не знаю, в первом периоде мы забили гол и дальше стали заниматься ерундой, даже так сказать, потому что начали, почувствовали, как бы, ну это у нас проблема такая есть в команде небольшой, вот, то, что надо дожать соперника, а мы же наоборот начинаем как бы вальяжно себя вести, забили бы еще два и там могли бы спокойно доигрывать игру. А уже знаете своего соперника по четвертьфиналу? Да, швейцарцы выиграли, Словаку. И какие мысли по поводу этого четвертьфинала? Ну, четвертьфинал. Уже начнутся игры на вылет, поэтому на все игры настрой будет один, то есть на победу. А не боитесь, что швейцарцы от вас закроются? Они сегодня от словаков очень сильно так перекрылись и все-таки прошли дальше. Не знаю, у нас очень хорошее нападение, чтобы закрыться. Надо еще попробовать закрыться на самом деле. Я думаю, что... Ну что ж, мы тоже на это надеемся. Большое спасибо за время и с победой, и с Новым годом. Спасибо.